Всем привет! Продолжаю работу над воротами. И на этот раз хочу показать, как я сделал калитку. Сразу покажу, что я нахимичил. Так, решил я сделать такой же самый узорчик, как и на воротах. Снизу немножко добавил больше элементов. Вот такое вот чудо у меня получилось. Вот так вот выглядят они у меня. Сейчас, соответственно, покажу, как я их делал. Ну что, начинаю делать калитку. Каркас я сварил еще тогда, когда делал вот ворота. В принципе, здесь ничего особенного. 4 трубки сварил, проверил диагонали, все четко. Теперь хочу повторить такой же узор, как на воротах. Мне ребята погнули вот трубку одну 40 на 20 и две штуки 15 на 15. Одна будет внутри идти, вот так вот, одна снаружи. И сейчас я вот сюда их и поставлю. В общем, вот так вот оно будет выглядеть. Думаю, что сразу сейчас я прихвачу эти трубочки, а потом уже туда буду монтировать. Так, решил я по одной крепить. Вот тут вот плотненько прижимается одна к другой. Вот здесь точки сделаю, а вот здесь вот, где зазоры, тут я буду прижимать хорошо струбцинами, может где-то молоточком подобью. Первую трубочку я прошел, в принципе, неплохо. И вот сейчас я даже не знаю, вот судя по трубке, вот расширение идет, возможно, оно и мне будет мешать. Я сейчас, наверное, поставлю, примерю, сколько надо обрезать, обрежу сразу и тогда прихвачу вторую трубку уже понутри, внутри которой будет идти. Вот так это будет выглядеть. Так, выставил. Ну, придется обрезать и так, и вот так вдоль еще. Так, все-таки когда раскатывали трубу, она немножко шире стало, не 40, а 40 с копейками. Вот чуть-чуть видно, выпирает. Сейчас вторую трубочку приварю вот здесь, вот пройду вот ту. Ну и все, можно в принципе до кучи все сваривать. Так, вот она у меня деталька и готова. Я ее даже обточил. Так, приварил эту деталь, вот эту арочку. Так, что я сейчас буду делать? Сейчас возьму трубку 15 на 15 и пройду по всему периметру калитки. В эту трубку будет крутиться профлист. Поприхватывал трубочку, но уже приобретает какой-то вид. Осталось решеточку и внизу узорчик, и все. В одну сторону прошел. Так, объясню, как я размечал. Дал середину калитки. Получилось 44,8. От этих пор тоже сюда дал 44,8, соответственно, и сюда. И потом от этих черточек, где дал центра, по 9 сантиметров отмерил туда и туда, везде по 9 сантиметров, и соответственно по диагональке разметил все, добавил узор, мудрил. В общем, хотел так же само, как на воротах сделать, но у меня вот эти детальки, что на воротах, вот,
они сюда не вмещались. В общем, увлекся и нахимичил вот такое вот. В середине тоже решил добавить трубку профильную. Так, что я дальше буду сейчас делать? А дальше я хочу врезать замок. Замочек купил, задвижечку такую приобрел. Вот такой вот замок врезной поставлю. Пропилю профиль, чтобы вошел сюда замок. Ну а там дальше буду думать уже, как его дальше обыграть. Так, здесь вырезал для замка профильной трубе. Сварил вот такую конструкцию из 15 трубочки. С профильной трубки 15 на 15. Там, где будет стоять замочек. Выставил, как видите, все в одной плоскости. Это неплохо. Сейчас переверну. Так. Вот так это выглядит. Врезал замочек. Так, что я сейчас сделаю? Сейчас дам меточку, где мне сверлить под ключ. Чем же эту меточку сделать? А вот, прям ножом. Процарапаю ножом. И все, и все дела. И что я потом сделаю? Просверлю, и потом хочу вот так вот закрыть полностью, чтобы замок был изолирован. Прошел вот такой вот полосочкой. Ну и сейчас сверху прихвачу вот эту детальку. Я уже... Ой, горячая еще. Так, в общем, сейчас поставлю напротив отверстия под ключ. Прихватываю, замок уберу и обвариваю. Обвариваю, зачищаю. Вот такой вот у меня кармашек получится для замка. Ну что, друзья, вот и калитка стоит. Прихватил я, приварил навесы. Они еще горячие, еще открываются не очень хорошо, но пусть остывает. Тут я уже все подготовил, уже обчистил все, под замочек готово. Осталось поставить вот и все. И тут отверстие в столбу. В столбу сделать отверстие. Да, еще что остается? Еще надо планочку приварить. Вот такую вот. Чтобы калиточка упиралась в столб. По поводу зазоров. Наверное, все-таки сантиметр это многовато. Надо было делать по 5 миллиметров. Ну, по крайней мере, со стороны навесов. Я уже жду не дождусь, когда зашью профлистом, чтобы убрать вот эту сетку. Так, прошелся везде герметиком. Посоветовали мне использовать вот такой герметик. Крокодил. Что я хочу сказать? Вот в таких местах вот, да, согласен, тут хорошо им пользоваться. То есть все щели позаделывал. А вот тут вот, вот тут мне не нравится. Потому что лощинка получается. В принципе, это было бы неплохо, если бы у меня вот тут точка была и тут. И сплошной такой шов. Было бы неплохо. А так я их наставил здесь кучу.
Лучше бы я использовал шпаклевку по металлу. Но счищать это я уже не буду. Скорее всего, оставлю так, как есть. Буду закрашивать, потому что катастрофически не хватает времени. Объектов куча. Работы много. Надо вот добивать вот этот гараж. Еще туда ворота делать. Там раскидывать электрику. Штукатурить стены, потолок. Здесь вот делать въезд. Либо бетонировать, либо тротуарную плитку кидать. Так что нужно вот здесь вот порядок наводить в гараже. Поэтому надо заканчивать уже с воротами. Я, в принципе, и не планировал их такие делать. Думал обычные сделать, профлистом обшить и все. Ну, как говорится, Остапа понесло. Нашел в интернете рисуночек и понравилась идейка и погнала. А там уже начал выдумывать арки и всякое прочее. В общем, люблю я заморочиться. Тем более, когда делаю что-то первый раз, сразу хочется посложнее что-то сделать. Ну, в общем, все, ребята. Буду заканчивать на этом видео. Кому нравится, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. В дальнейшем много чего интересного будет. Ну что, всем пока.